Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Ты действительно с Китая, дитя Сяоми из Шанхая? Чем ты классная, скажи, ничего не утаи. Ты права, я сильно за морем, но все подробности в обзоре. Всем большой привет, это Валя. И в этом обзоре речь пойдет, несложно было догадаться с названия и начала этого ролика, о зеркале. Зеркало это подойдет для девушек, для девочек, и может даже для мальчиков, а почему бы и нет? Ведь зеркалом пользуются все люди на свете. Это зеркало непростое, оно имеет одну очень важную особенность, и я вам сейчас покажу. Приходит оно с Китая в очень качественной упаковке в виде воздушного матраса. В дороге наш заказ никак не пострадал. Само зеркало находится в плотной картонной коробке, что, конечно же, тоже защищает его. Как и предупреждалось, на коробке нет никаких опознавательных знаков Xiaomi. И она даже не похожа на упаковку от Xiaomi. Ссылку, где мы покупали, оставляю в описании под видео. На момент покупки зеркало стоило $11.84, а на момент обзора его стоимость составляет $12.59. В комплектацию входит USB шнур на micro USB, инструкция на китайском и английском языке, и само зеркало. Предусмотрено, чтобы ничего в дороге с ним не случилось, вот такая вот плотная прокладочка, которая защищает само стекло. И вот оно, само зеркало, ребята. Я смотрю и не на радость, потому что размеры, прям такие вот в самую точку. Оно не маленькое, оно не сильно большое, самое то. Размеры как раз по мне. И вот его главная особенность. Внизу этого зеркала находится кружочек. Это не просто так нарисовано для какого-то там стиля, дизайна. Нажав на него, вуаля, зеркало имеет подсветку. Это зеркало вполне можно назвать современным умным зеркалом, потому что с его помощью можно подсветить свое лицо для того, чтобы сделать качественный мейкап. Также с этой кнопкой можно регулировать яркость. Одним нажатием яркость можно или включить, или просто выключить. Давайте ознакомимся с его характеристиками. И хотя указаны они на английском языке, нам несложно было разобраться. Цвет этого зеркала бежевый. Отражающая поверхность зеркала не пластик, а стекло. Питается данное зеркало от встроенного аккумулятора емкостью 1200 мА. Время зарядки 3 часа. На максимальной яркости зеркало может проработать 4 часа 17 минут. Вес этого зеркала 370 грамм. Срок службы подсветки 30 тысяч часов. Интересная статистика. 30 тысяч часов. Это 1250 дней или 3,5 года непрерывного свечения. В общем, должно светить, пока не разобьется стекло. Не правда ли впечатляет беспрерывная работа светодиодов? Но так как никто из нас не пользуется беспрерывно сутками зеркалом, зеркало обещает прослужить очень долго. Высота этого зеркала 23,8 см, ширина 16,8 см, а максимальная толщина 2,5 см. Зеркало не имеет прямых острых углов, они слегка закругленные. Задняя часть зеркала немножко выступает с таким небольшим пузиком. Пластик качественный, внушает доверие, имеет матовую поверхность, не скользит в руках, и на задней части этого зеркала расположена удобная подставка. На первый взгляд эта подставка кажется такой себе хлюпенькая, она тоненькая, кажется, что если чуть больше потянуть, она может сломаться. На самом деле она крепкая, имеет два уровня фиксации, что позволяет выставить под нужным углом во время мейкапа. Продемонстрирую, как оно стоит. Первый уровень имеет небольшой наклон, стоит почти вертикально, а второй чуть больше. Встроенный аккумулятор заряжается через гнездо от micro USB. Также в инструкции советуется заряжать аккумулятор зарядкой 5 вольт 1 ампер. Рядом с гнездом во время зарядки горит красный индикатор, который отключается после заряда. Поделюсь своим впечатлением относительно передачи изображения в этом зеркале. Оно не искажает изображение или отображение, то, что вы видите в нем. Оно не увеличивает и очень точно передает цвет лица. Ни для кого не секрет, что светодиоды могут передавать разную световую температуру. В данном зеркале подсветка имеет и не слишком теплый свет, и не холодный. Именно такой, который не будет искажать наш натуральный цвет кожи. Кстати, это не единственное зеркало от Xiaomi. Есть еще два варианта. Первое, более компактное, но за те же деньги легко вмещается в дамскую сумочку. А второе зеркало более дорогое, на собственной ножке подставки с возможностью регулировки. У всех встроен аккумулятор для LED-подсветки. Ссылки на надежных продавцов вы можете найти в описании под видео. И да,
Не забывайте про кэшбэк. Подводя итог, хочется сказать, что мы получаем качественный товар от фирмы Xiaomi, качественный пластик, компактный размер, который можно взять с собой даже в путешествие, встроенная LED-подсветка, которая позволяет даже, в крайнем случае, не включать в комнате свет для того, чтобы привести себя в порядок, сенсорное включение, встроенный аккумулятор и хорошая надежная подставка с фиксацией. Напишите, понравился ли вам данный гаджет и что вы думаете о нем. Ставьте лайки за труды, нам будет приятно. Вам это не сложно. От Сережки большой привет. Всем пока.